В отношении 38-летнего волгоградца, который зажег во время матча дымовую шашку, составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Волгоградца задержали и допросили. За что задержан? Зажег шашку. Когда? На футболе вчера. Какого цвета шашка? Темно-красного. На каком секторе зажег? На фанатском. Ну, какой номер, помнишь? Д-110, по-моему. Зачем зажег? Не знаю. Просто же увидел, что там жгут, и тоже решил зажечь. 11 марта суд Центрального района Волгограда, рассмотрев материалы административного правонарушения, назначил болельщику наказание в виде 5 суток ареста. Кроме этого, судом ему запрещено в течение года посещать официальные спортивные соревнования. Наказание понесли и контролеры. С ними, по данным пресс-службы главка МВД, будут проведены дополнительные инструктажи по обеспечению общественного порядка и безопасности.